Премьер-министр Венгрии отмечает победу на выборах в Европарламент. В воскресенье в стране проходили также выборы в местные органы власти. Сегодня мы одержали победу на двух выборах, прокомментировал Виктор Орбан результаты голосования. Правящая партия и ее более мелкие союзники получили 44,5% голосов. При этом прежней поддержки партия Фидес не получила. Наблюдатели констатируют спад популярности почти на 10 процентных пунктов по сравнению с выборами 2019 года. Многих избирателей смутила предвыборная кампания правящей партии, построенная на нападках на оппозицию, которая якобы втягивает Венгрию в войну. Концом эпохи Ватерлоо для Орбана назвал итоги выборов начинающий венгерский политик Петер Мадьяр. Его партия ТИСА набрала без малого 30% голосов. Kiderült a mai választáson egyértelműen, hogy a következő országgyűlési választásokon egy, azaz egy, de igen potens kihívója van a NER-nek, az pedig a TISZA párt. Обвинение 43-летнего юриста в коррупции в правительстве Орбана и тактика правящей партии сеять социальные разногласия побудили многих венгров голосовать за оппозицию. Egyrészt a legtöbb települést ő tudta elhódítani, ővé lett az összes vármegye, és ő szerezte a legtöbb mandátumot az Európai Parlamentben is. Viszont emellett meg kell jegyezni, hogy rengeteg szavazót veszített, és az EU csatlakozás óta még sohasem ért el ennyire gyenge eredményt az EP-ben. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.